ты еще не подписался на телеграм-канал, тогда советую это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Элизабет Даркмур, и сегодня у нас очередное видео по обновлению Хэллоуина. Это последняя неделя Хэллоуина, и поверьте, есть что вам рассказать и чем поделиться. Так что устраивайтесь поудобнее, заваривайте чаечек, или же седлайте своих коней и поехали! Новостей очень много, и они все очень странные. Ну как же без странности во время Хэллоуина, даже если он уже прошел. Напоминаю, что это последняя неделя, и 9 ноября Хэллоуин покинет нас до следующего года. Так что будем сейчас обсуждать все, что вы не успели, все, что я могла не успеть, и срочно будем определяться, что же нам делать и как и от чего спасаться. На этой неделе к нам приехали магические лошади, береза и сакура, то бишь вишня, обновленные, то бишь Марвари и Першерон вместе со своими питомцами. Найти вы их можете около маяка недалеко от Морланда. Для всех обладателей Лайф в ларечке Лайфа появился новый предмет. Это недоуздок, по-моему, адмиралского комплекта, который я забыла, тут нет Лайфа, посмотреть не могу. Но он новой модельки и очень классный, темно-синего цвета с золотыми вышивкой, а также украшениями. Так что, если у вас есть Лайф, то советую его себе забрать, он очень красивый. Неожиданная новость, но осколки душ последний раз будут с нами на Юрвике в следующем году, на следующем Хэллоуине. Почему-то разработчики убирают осколки душ. Видимо, будет какая-то новая система или новая валюта. Но если у вас большущая куча этих осколков, то тратьте их прямо сейчас на разные хэллоуинские штучки, потому что на следующем году их уже либо нельзя будет потратить, либо, ну, просто будет не на что тратить. Так что будем тоже смотреть и думать, на что же их можно потратить. Осколки душ можно потратить, чтобы купить вот у этого призрака в цитадели задание на гамбит наездника. Как только вы пересечете границу цитадели, на вас начнется охота, за которую вы получите, по-моему, опыт, а также, по-моему, осенние листочки. Также осколки душ используются для того, чтобы накормить котел, в зависимости от заданий или ваших личных комбинаций. Если честно, я не понимаю, почему осколки душ убираются следующего года, ведь на самом деле я очень скучаю по первой версии этого котла, когда нужно было собирать именно осколки душ, швырять их в котел, и после этого нам давали целый сет одежды. Но сейчас, к сожалению, разработчики все это переделали, как мы знаем, и мы собираем разные ингредиенты для того, чтобы угомонить наше зельеваренное котлище, котелок, котел. И, видимо, со следующего года у нас останется только валюта осенний жетон, а осколки душ удалят. И я не понимаю, почему. Они делают Хэллоуин менее жутким, хотя все и обожали Хэллоуин в ССО за его жуткий нрав, за страшные истории, задания с призраками, за жуткие сюжетные линии с наездником, которые, кстати, тоже добавили к нам в это обновление с подписью «Заканчиваем историю наездника на время». Так что очень много странностей, непонятностей. Если вы, конечно, понимаете мысли разработчика, я очень радуюсь за вас, но мне вот почему-то это все не нравится. Игрушку делают с каждым годом менее интересной, менее жуткой. Ведь Хэллоуин оставался буквально последней той каплей, которой добавлял настоящих жутких вещей в эту игру, которых раньше было намного больше. Так что если на прошлой неделе мы обнаружили призрака из прошлого наездника Томпсона, то, кстати, в этом обновлении наездник по сюжету куда-то девается, и мы будем его искать. Чтобы пройти эту сюжетную линию, нужно будет общаться с Линдой, здесь же в цитадели. Хотели почувствовать себя охотником за привидениями?
Нам добавили задание, которое позволяет нам один раз в день охотиться на привидений. Задание мы берем в цитадели, вот у такого распорядителя на острове Стемницы. Он будет отправлять нас на поиски одного призрака ежедневно. Ну а на следующей неделе нас ждет что-то очень интересное. Лошади Юрвика снова здесь, а Герман наконец-то возвращается домой. Это очень интересная фраза, так что ждем следующей недели. Завершаем все наши покупки, все дела, всю прокачку и весь сбор разных предметов Хэллоуина. И ждем следующей недели, чтобы узнать, что же будет дальше. Ну и попрощаемся со слезами на глазах с Хэллоуином. Я лично буду ждать следующего года. И этого персонажа, я думаю, вы не увидите тоже целый год. Она вернется вместе с Хэллоуином. Так что на этом по обновлению видео подошло к концу. Спасибо, что посмотрели его. Ставьте лайки, пишите комментарии. Будете ли вы скучать по Хэллоуину? Выполнили вы все задания? Собрали ли все вещи, все предметы? Воронов, тыковок. Ну, в общем, сделали ли вы свои жуткие дела в этот праздник. Ну, а на этом все. Я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока. Удачи вам. Ну, и, видимо, до встречи до следующего года. С вами была Элизабет Даркмур, вампирша Юрвика. Пока. Кошелек или жизнь?